Как-то громко мой внутренний голос кричит мне сквозь внутренний рот, как будто я села на поезд, но он никуда не идет. Соседи по койкам смеются и бьет по спине проводник, как будто я в теле безумца. Случайно в вагоне возник. Вдруг кто-то воскликнул: «Ну, трогай!» И так начало нас трясти, как будто без рельсов дорога. И поезду больно идти. И вторит мой голос: «Не надо, сойди, это выбор не тот». Как будто я села в плацкартный с билетами на самолет.